Шкода Октавия А7 1.4, 150 сил турбо. Комплектация Style с дополнительным пакетом VRE, который комплектуется, как вы видите, ходовыми огнями. Сейчас покажу фары. Фары придают серьезности. Также имеется функция освещения поворота. Как вы можете видеть, руль повернут вправо, освещается правый поворот. Вид с кормы респектабельный, серьезный. Задний плафон оборудован с светодиодами. Все красиво, симпатично. Двигатель на улице тарахтит, но в салоне его практически не слышно. Живой звук двигателя. 2015 года начали комплектоваться утеплителем. Или, возможно, звукоизоляция это на капоте. Точно не знаю. Обивка салона тканевая, добротная. Все швы, строчки сделаны аккуратно. Ткань не маркая, легко очищается. Проверена детьми и годом эксплуатации. Двери тяжелые, немецкие, фиксируются в трех положениях. Максимальное открытие примерно на 87 градусов. Можете зафиксировать в любом из трех положений. Две спокойно держатся и красиво закрывается серьезным таким хлопком. Зеркала у нас с электроприводом, с возможностью обогрева, регулировок. Все циклоподъемники управляются с водительской двери. Все, кстати, они автоматические. Ездим на авторежиме. Приборная панель обычная, аналоговая, но самая удобная. В данной комплектации мультируль с возможностью управления магнитолой, телефоном и бортовым компьютером. Компьютер настолько удобная электронная часть, что про стрелочные показатели скорости давно уже забыл и смотрю только на электронную часть. Данная комплектация оборудована двумя парктрониками спереди и сзади. Брать без них не имеет смысла, потому что не видно ни переда машины габаритов, ни зада. Очень удобно. Вставили у нас магнитола Болеро с немецкой акустикой. Динамики работают хорошо. Басы глубокие. Все четко. Также здесь у нас двухзонный климат-контроль. Выставляется все удобно, по полградуса. Прогрев автомобиля происходит буквально спустя 7-10 минут после включения двигателя. На данный момент минус 2 градуса. В салоне тепло. Максимальный обдув. Ну, громко. Но сока не нужно. Подогрев лобового стекла у нас отсутствует. Его заменяет максимальная работа климатической системы. По пластику и оформлению салона. Руль. Все приятно, аккуратно, четко. Панель, пластик мягенький. Все добротно и качественно. Имеется два бардачка, один большой, с возможностью охлаждения, флешка, отключение полож безопасности, отсек. Как видите, можно положить хоть фотоальбом. Имеется еще один USB-порт, AUX, закрытие замков, открытие, это парктроник. На момент покупки автомобиля мне не объяснили, что в данной автомобиле имеется еще один бардачок под телефон. Это я узнал сам спустя неделю, когда заглянул внутрь, чем был приятно удивлен. Потому что с моей посадки, я под 1,80 м,
Ничего такого там не видно. Также имеется еще маленький бардачок для всяких мелочей, например, для блокнота. Обивка коробки передачи ручника, все приятное, аккуратное. Комплектация была пепельница и подлокотник, выдвигается далеко, фиксируется практически во всех положениях. Отсек для поклажи тоже глубокий. Под пассажирским креслом имеется еще один отсек для всякой поклажи, что тоже удобно. Отсек примерно вот такой величины. В дверях глубокие карманы, спокойно залазит полторашка. Это тоже очень удобно. Задний диван большой. Пассажирские двери тоже регулируются по трем положениям. Все фиксируется. Кармашки глубокие. Имеется подогрев задних сидений, климат. Также подлокотник. Очень удобно, все под размер. Руки по локоть, все как положено. Имеется возможность перехода в багажник или перевозки длинномеров. По посадке. Оба кресла передних отрегулированы под мой рост, под 1,83 м. Место в коленях, в ногах выше, больше, чем нужно, предостаточно. Кому-то места не хватало, не знаю. Все очень удобно. Имеется подсветка для чтения, что спереди, что сзади. Также порадовал кейс для очков. Помещаются большие очки. Все без проблем. Даже есть коврик, чтобы не скользило, не шумело. Все практично. Сзади места предостаточно, помещается большое детское кресло, остается место для взрослого и ребенка, в моем случае 12 лет. Все помещаются, все рады. В некоторых обзорах говорят, что багажник очень тяжелый, по крайней мере дверь. Ну не знаю, открывается одной рукой спокойно, просто надо заниматься спортом, наверное. Багажное отделение очень большое, этого радует. Помещается детская коляска, мангал, два кресла и куча всего остального. Также радует Шкода своими всякими штучками для поклажи, сумок. Имеется 12-вольтовая розетка, много всяких крючочков, вешалочек. Все удобно и практично. На данном автомобиле максимальный груз перевозил дверь деревянную размером длиной 2 метра, шириной 1 метр. Спокойно поместилась и была отправлена в гараж. По расходам на трассе автомобиль кушает минимально, кстати, было 5,2 литра, по городу от 7,5 до 10 литров. Как будете топать? Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.